Всем привет, с вами Мистик и Лагерь. Чувак, у тебя голубые... Чё ты во мне? Почитай, если у тебя голубые куриные глаза, чувак. Где? Ты на расслабоне. Нормально. В общем, эта карта как-то Мистик и Лагерь 5300. Это походу будущее какое-то, когда мы там уже у нас где-то 10 тысяч видео, 1000 подписчиков больше, чем сейчас. И все окей у нас, да? Что за укуренный бред? Привет, Мистик 31 Лагерфит, привет. Что бы ты ни был, тут не написано кто. Что ты сделал, Я кнопку тискаю. Кнопки, сейчас я тебе по башке нажму. Давай эту жмакнем. А та карта специально для вас. Чекпоинт. Не ломать блоки без читов, карта для вас. Он, походу, два раза потерял что-то для нас, чтобы мы не забыли. Мы, наверное, будем проходить. Карта специально для вас. По пути еще будет говорить, это для вас карта, Помнишь такого Васа, помнишь этот Вас такой из этого, из Far Cry? Вас. Ну квас, да, бывает вкусный, знаю. ТП можно, удачи, надеюсь, вам понравится. Карта сделал Стрелок. О, Стрелок, привет, Снипер. Что там тоже? О, вещи. Где? О, привет. Ты со мной поделишься? А у тебя, ой, ты сам как бабушка. Дай вещь. Ты сам как бабушка на базаре, так от дождя защищал. У меня, кстати, дождь. Я знаю. Одежду дали, пошли. Я чувствую, нам сюда, потому что здесь светоблоки, ёжики лысые. Как? What? Светоблоки. Стой, иди сюда. Бабушка на базаре. Иди отсюда, я хочу посмотреть, как закроется. Ты зыркай. Я готов бороться с этой дверью вечно. Ой, я на твою сторону пошел, Лагерь. Иди туда. Чувак, смотри, она как мозаика раскладывается. Я уже понял, ты давай вали сюда свою задницу. Окей. Видишь, у меня что есть, я стреляю. В кого? В кнопку? Так это что? О, ни хрена себе. Ну это реально какое-то будущее. Это будущее. Это Майнкрафт уже 1.108, наверное, или что-то. А, 1829. Чекпоинт. Джмак. О, золотый. Ой-ой-ой. Стой, там была курица, Подожди, ты что и. Чувак, это походу общий сундук. Да? Так я не понимаю, подожди, как? А что ты здесь делаешь? Я не знаю, тут был проход. Иди туда на свою сторону, охренел мои. Ну какую свою сторону? Тут нет другой стороны. А я думал, ты с той стороны. Наглый! Взял мои яйца, давай курицу сюда. Твои яйца? Давай яйца. Подожди. Я думал, он этого стой, тихо, тихо, стой. Он апнется, давай, отойди. Тихо, стой. Опуйся! Он разговаривает. Туся, подожди. Ори давай! Скажи нам что-нибудь! По носу, да. Слышал, да? По-моему, ему не нравится то, что мы его пинаем, да? Думаешь? Я думал, это приятно. Я это знаю. Окей, мы это не можем купить. Ладно. А что, говоришь, яйца разбить? Подставляй. Давай. Я весь твой. Ай, блин, по щам же, с чего? У меня нету яиц, если что, тут с собой лишних. А, ладно, погнали тогда. Да я хотя бы золото одену. Да, я сам шикарец, чувак. О, точно, я как не заметил даже. Окей. А у меня есть яблочки, 4. А у тебя есть яблочки? У меня есть яблочки. Золотые? Нет. Так я тебе говорю, ты мои вещи. Дай тебе золотые яблочки. Это общие вещи, я тебе сейчас с тобой поделюсь, чтобы не говорили, что Мистик злой, на. На. Окей. Тихо! Мистик злой, Лагерь злой. Ой, Мистик добрый, Лагерь я злой. Я тебе чекпоинт открыл. Зачем? Напишите, что Лагерь злой. Чтобы нет, он, да, я тебе чекпоинт открыл. Чтобы он понял, что он плохую поступок сделал, плохую. Да, открыл чекпоинт, окей. Ты меня скинул. Это все было... Ты договорился с создателями карты, да? Да, я им заплатил, я чтобы они тебя скинули. Я знаю тебя. Чекпоинт. А лагеря здесь нельзя... Блин, я еще тебя отсюда возродил. Давай сдыхай уже. Ракушка. Все, за это я тебе не дам ничего. Я тебя оставил там, конечно, чуть-чуть. Но. Что но? Ух ты ж. Привет. Здорово, как дела? Да. Ой, по-моему, они... Нет! Нет! Стой! Это же можно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ирод, ты что творишь? Иван! Чувак? Вот чувак. Чувак! Стойте в воде 6 секунд. Глянь, это какой-то супер портал. 7 секунд. Что за бред? Ух ты, ё-моё. Ты куда ушел? Мне тошнота. Я не знаю, мне ТП-шнуло. Ты меня забыл! А ты где? Я еще тут. ТП, лагерь. Нет, стой. Ладно, пофиг. Привет. О!
Меня же затошнило из-за тебя, чувак. А я не тошню. Да ты когда к тебе подхожу, меня тошнит. А я не тошню. Чувак. Конечно, сори, но по-моему здесь динамит. Окей. А, он не везде, беги. А-а-а, взрывы. А зачем нам еще алмазный шмот? А, я понял, его, наверное, продавать нужно этому. Ты все изумруды собрал, зараза. Житюль. Житюль. Ой, еда, что-то я разбрасываю с едой. Все взял, изумруды собрал. Что ты там еще нам предлагаешь? 16 угля, один изумруд, нафиг идти. Он снова этот. Чао. Опа-на! Вагонетка. Знаешь, что на ней можно делать? Я... Рататься можно. Рейлкрафт! Ю-ху! Поехал, ух ты, глянь. Это же деревня, а то... Чувак! Мать его, крипер ТНТ! Я забыл, что постоянно на шифт нужно нажимать. На шифт надо... Зачем столько брони? Я не знаю, может сейчас нас ждет фатальный облом, и нам сейчас надерут задницу. Чувак, там где на коридор! Я не хочу после хорроров, это знаешь. Это... Дальненько, я иду, не ссы. А ну может нужно было вот так вот делать, смотри. Что я сделал? Ты открыл дверь, молодец. Теперь вот так вот. Опа-на! Чувак, а тут не верен стоит. Спасибо вам за прохождение моей карты. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Стрелок. Нажми. Лагерь жму. Жму. Вам понравилось. Крипер! Из ТНТ! Но! Это шикарно! Пошел взрыв! Взрыв! Нас чуть не взорвало! Ё-моё, беги куда-нибудь, прыгай! Меня аж с сервера выкинуло нафиг! Я упал! Я вот нафиг убегаю отсюда! Куда атомная бомба взорвалась? Воу! Я возродился на ноге! Клочки! Пустыня! О, привет! Смотри, где я! Чувак! Дай мне руку! Давай, на! Держишь, да, держишь! Ах ты, мразь! Что-то ты поскользнулся! Что-то ты там мог... У меня есть нажимая плита, я рядом положу яблочко, если я нажму на нажимную плиту, я стану яблочком. Я стал яблочком! Нет, я не стал яблочком. Чуть-чуть, чувак, давайте это засунем. Ладно. Всем спасибо за просмотр, с вами был Мистик Лайгер. А знаешь, что еще? Знаешь, что еще самое печальное? И до новых встреч. Ты включил мирный, зараза! Это как там его? PvP на конце, только знаешь, в чем прикол? Лол! Да мне вообще до фени. Знаешь, я как в броне, мне реально до фени, вообще до лампочки. А ты, может, яблоко сейчас съел золотое, нет? Уже давно. А! Ну да. Окей, пинай меня, давай. Стой, давай этот хотя бы броню снимем. Чего ждешь? Давай хотя бы броню снимем для приличия. Если вам раз это видео, поставьте лайк, если вдруг впервые, то подписывайтесь на канал. С вами был Мистик Лагерь без брони. Сейчас лагерь, я тоже без брони, давай пинаться. Как? Было больно! Бедун! Как? Зло проиграло. Да, ладно, все, всем пока. Всем пока.